Значит, мне мои друзья евреи говорили: берегите нас, закончат с вами, возьмутся за вас. Хочу сказать обратно: берегите нас, закончат с нами, возьмутся за вас. Поэтому праздник известный, я тут литературу кое-какую прочитал. Неудивительно, что в светском обществе, а мы все в обществе светском, такой праздник является, можно сказать, главным праздником. А почему? Потому что нужно расслабиться, раскрепоститься, поздравить друг друга, пожелать добра и ни за что не отвечать. Там еще, как сказал наш лидер, всем подойдите полем коня. И, господа, как нельзя приходить, буду посоветовать с российским нефтью, понимаю, что сегодня будет долгий вечер, а завтра на следующий день. И вот эта вещь, Георгиевич, эта вещь, я прошу вас, это очень редкий случай, вот там кексы немецкие, а это чисто русский древний напиток, он как раз на этот случай. Он тоже 45-градусный. Но я думаю, если разбавить, на всех хватит. Но если это поможет моему другу Львовичу, я уже буду счастлив. Праздник вас, друзья. Праздник. Все кошки не любим ничего. Другим у меня рука. А третьему его я напили еще. Чем уже щука слуха. Все евреи только одной национальности разные. Oh,
Thank you.